по благоустройству, отдельного плана и каких-то, ну, отдельных мероприятий именно по озеленению города не проводилось, только в рамках федеральных проектов. Ну, мы сделали, что получили контракт и выпилка. Ну, это управление городским хозяйством само по себе, да, они, я думаю, что по этому вопросу перед вами отчитаются сами. Они через нас эти проекты, эти муниципальные контракты не проходили. То есть работа по зеленым насаждениям, если уж брать, много проводилось именно силами управления городским хозяйством. Наверное, все в городе заметили, что там огромные территории были вычищены. Как, работа, которая, не знаю, не проводилась, наверное, в городе в течение, ну, лет 20, наверное. Со времен МУПа. Да. Я думаю, что эта работа будет продолжаться. То есть, ну а в каких сейчас готовится комплексный план благоустройства города? То есть в этом плане, я думаю, что мы распишем, какие именно улицы будут хранироваться зеленое насаждение, где может быть. Но насчет посадки новых пока ничего сказать не могу. Это вы же все знаете, что это финансовые средства. Но будем думать, как это реализовать в дальнейшем. Но в этом году у нас большая вот работа все-таки по зеленым насаждениям в рамках строительства, ремонта улично-дорожной сети. Посмотрите, мы все-таки взять даже отдельно улицу Революционную, особенно тротуарную часть взять. То есть насколько мы ее... Она красиво смотрится, стала открытая, широкая. И очень большое количество мы бронировали, какие-то, может быть, эти самые корешок. То же самое получается и улица Арбузова от кольца, грубо говоря, до улицы Лебяжьей, где правая сторона с въездом в город, тротуарная часть, которая всегда нависала над тротуаром, вот, и по левой стороне, то есть мы очень много кронировали деревья, все равно за ним следить, потому что это пешеходная зона, люди ходят, чтобы они не нависали. Ну и транспорт, который это обслуживает, чтобы был цел. Да, также, да, жалобы были большие от служащей организации, то есть кабины, зеркала задевали. Да. Вот улица Революционная, особенно тротуарная часть, она широкая. Сейчас, ну, это все бронирование, санитарные очистки, это все понятно. А компенсационные высадки и посадки, вот о них тоже надо не забыть. Ну, в любом случае, да, через проект, через расчет. Ну да, через экологический совет тогда будем реализовывать инициативы граждан, они такие были,